Қазір осы жерде чемпион анықталады. 6-76, но там главная проблема была, что был еще фальстарт. Поехали. Санджар Аббас, Пакистан. По первой дорожке Шак Карин, Гонконг. Вторая дорожка Ивранур Рахман. Вот человек, за которым мы, конечно же, будем следить. Феми Сиун Огонда. Катар. Рёто Сузуки. Япония. Алянвар Али Ау. Аман. По шестой дорожке. Седьмая. Ши. Хау. Китай и Ким Хонг Ли Гонконг. Ну что, ушли хорошо представитель Бангладеша на первой позиции. Бангладеш! Браво, браво сейчас Рахман. Какой же он молодчина, как здорово он отработал старт. Как здорово он отработал все 60 метров. Первое золото на этом чемпионате Азии. Есть время для Гонконга. И Рёто Сузуки 6.66. Япония третья на нашем континенте. Еще раз смотрим. Отработал, во-первых, с первого и до последнего метра. Старт прям выдал идеально. Рёто Сузуки и Шакам это сделали. Они добежали до поля. Ну что, сборная Японии добавляет еще одну медаль. Он сегодня действительно для японской делегации.